Здарова, игроманьяки, с вами Джейсон, канал True Mania Games. Продолжаем прохождение Wolfenstein's New Colossus. Нам нужно найти с вами Аню. Доктор меня с Богом послал к ней, говорит, поиди пообщайся. Иди, говорит, пообщайся. А сейчас вот этот крестик, это что было? И очередная записочка. Значит, я что обнаружил-то? Оказывается, здесь возможно улучшать наше оружие. И Штурмгевер я хотел улучшить, поставить на него бронебойные пули, чтобы он эффективнее противостоял бронированным соперникам. Я нашел карту. Супер, в общем, здорово. Наша цель отмечена вот этим знаком. И нужно мне ее, значит, найти. Вопрос только, куда мне при этом идти. А если я буду... Мне хоть какое-то направление покажут? Да, показывают. Смотрите, вот она. Ты что ревешь? Кто тебя обидел? Уильям. Здесь до сих пор ее запах. Я нашла заметки Кэролайн по ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Я знаю их точный адрес. Скажешь про это Фергюсу? Он уже встал на ноги после операции. Я попросила его принести мне нитроглицерин со склада боеприпасов. Но он до сих пор не вернулся. Сходи на склад боеприпасов рядом с тиром и найди его. Нужно собраться и продумать дальнейшие действия. Скоро прибудем в Нью-Йорк. Я что хочу сказать, лицевая анимация ужасная и, в принципе, блин... Непростительно, я бы сказал, как сказать, даже это если все. Я скоро отправлюсь к тебе, Кэролайн. Зачем мне смотреть, как я угасаю? Может, она уже знает, но не подает вида, как я. Ты как, Фергюс? Как твоя рука? Прошу, помоги мне. Что это у тебя с лицом? Она хочет убить меня, Бласко, вот что. Представь, ты мирно спишь, а потом вдруг резко просыпаешься от того, что твой протез яростно долбит тебя прямо в глаз. Пришлось отключить. Как же так? А с этим что? Понес что-то про кривую познания и все такое прочее. Что я должен научиться ей доверять? Ой, не знаю. Прикинь, я с ней, если честно, в сортир ходить боюсь. Может, она как бойцовская собака. Дашь слабину, она бросится. Ты это... Покажи ей, кто из вас хозяин. Ну да, да. Ты просто постой здесь и мешайся, если вдруг поймешь, что я вот-вот умру. Вот. Вот так. Давай-ка. Вот умничка. Хорошая, хорошая девочка. А, ты! Подлая! Подлая сука! Перестань! Успокойся! Все! Хорошая девочка! Хорошая! Хорошая! Хорошая девочка! Ты... Ты там в норме, командир? Все под контролем. Полный порядок. Ладно. Жду в штабе. Я изучила заметки Кэролайн. Нью-йоркские бойцы сопротивления прячутся на верхних этажах State Building. Сет, видимо, на такой высоте радиация на терпимом уровне. Да, так точно. Однако просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолеты собьют. А можно выйти с ним на связь и сообщить, что прилетим на вертолетах? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но не нашла. Проклятье. Значит, дойдем туда пешком и поднимемся? Познакомимся сразу лично, как положено. Пешком? Там ведь весь город загрязнен радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды мы получим там смертельную дозу. Да, да, Аня, да, но вот эта броня, она защищает от любого излучения. О, справишься, Бласко? Или ты нынче совсем ни на что не годен? Хоть посмотрю большое яблоко.
Лады. Бомбата, высадишь его? Не вопрос, подполковник. Могу я вам помочь? Я не знаю. А чем? 5 градусов. По левому борту, он прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю. Я из Техаса. Господи боже. Не уж-то мы дождались того самого момента, когда на Соединенные Штаты Америки сбросили ядерную бомбу. Дети. Это, конечно, чудовищная трагедия, но такое не каждый день увидишь, черт побери. Извини, Бласко, что перебил. Бласко у нас тот человек, который может путешествовать даже по зараженному радиацией городу, не опасаясь за собственное здоровье. Я так понимаю, придется нырять. Скорее всего, мне бы этого очень не хотелось бы делать. Есть ли в этом смысл, черт побери? Но я, собственно, там же и вынырнул. Я только что нырнул. Может, мне покажут... Бум-бум-бум. Ну, вообще, там, по идее, должен быть проход. А, вот он. Так, мне нужен этот, как его, мой супер-пупер хреномет. Как он там выглядит-то? Дезинтегратор. Здорово, супер же. Да, вот каждый раз, знаете, заново приучать себя к управлению, это, конечно, немножко утомляет. Делаешь некий перерыв в игре, и потом все уже. Потом уже не знаешь, а чьи жопы яйца. Эй, Бласко! Нью-Йорк, знакомьтесь. Через разрушенный город к стейт-билдинг. Чем скорее, тем лучше. Конец связи. Понял тебя. Блин, я думал, паркур там все дела. Хрен там. Да, я даже здесь завис него. Чё за прикол? Да все, все, валю, валю. Тут, я думаю, можно пешком пройти. Бласка, это, конечно, полный звездец. Давай, греби скорее. Я понимаю, что ты не пловец и не нанимался, но... Я-то думал, у нас все с тобой получится. О, офицеры! А что здесь делают немецкие офицеры, если, ну, как бы здесь мертвый город? Видать, он не совсем мертвый. Тут, оказывается, еще на пистолет-пулемет можно наложить этот, как называется, глушитель и проходить по стелсу. Как оказалось. Я воль. И чё? А какая тревога? За кого хера? Какой в жопу аларм? Где этот урод? Пойдем где-то здесь. Какой тревоге идет речь, мать вашу? Нет, ты-то понятно, в костюме там все дела.
Где ваш долбанный офицер? Куда он делся? При этом звуков тревоги, ну, практически не слышно. Вот и делся. Зачем ты убегаешь от меня? Это было зрелищно, но где, черт возьми? Где? Где офицер? Офицер! То есть он где-то или выше, или ниже, я никак не пойму. Что за глупость? Мне кажется, и наверху я тоже был. Я уже везде был. То есть он прямо в 5 метрах от меня. Чё за хрень? Ты где ты? Чё за глупость? Боже мой, где он? Тринадцать метров. То ли в самом низу, то ли в самом верху. Какая-то дичка. Я заберу у тебя, пожалуй, эту карту. Наверное, внизу все-таки. Или где-то на промежуточном каком-то этаже. Надо так сныкаться, блин. Боже мой, что за дичь? Где ты? Выше его нет, ниже его нет. Где же он? Вон ты. Это ты? Все, он, оказывается, где-то здесь сныкался. Наконец-то она сдохла. Сдох, нет? Теперь вроде сдох. Какой-то пипец, блин. Еле выжил. Это охренеть. Совесть у вас есть вообще? Так, ну окей, убил я этих говнюков. Что дальше? Добраться до Stain Building. И где? Ян тут стоит билдинг. Я надеюсь, я на правильном пути. Комплект улучшений был найден. Как-то здесь темно и страшно. Вы не находите? Конечно, блин, такие разрушенные помещения, и мне давать здесь бродить, это, конечно, опасно. Ой, дрон-беспилотник. Можно, конечно, взять вот эту штуку и сандалить им как следует. Не знаю, он один здесь или нет. Или их много. Ищ ту де веген. Я просто не знаю, на что способен дрон-разведчик.
Ух ты! Знакомен, способен на многое. Пошел ты в жопу. Я тебе так скажу. Так, где я, офицер? Патронов максимум прям. Я здесь пролезу. Где ты там, говнюк? Пока-пока. Еще один. Пока-пока. Кто там? Ау. Дерьмо собачье. Бегут, божечки. Ни хрена их там. Нафиг. Там в спину будешь мне стрелять, да? Говнюк. И надо мной где-то ходят. Оно сдохло. А быстрее, Бласко. Перезарядка наша все. Мне кажется, все. Нет? Теперь-то все. Какие у вас тут интересные машинки. Я так понимаю, какие-то хреноциклы. Немецкие. Блин, да тут... Боже ж ты мой. Кругом, куда ни плюнь, орудие смерти. Так. Куда предлагаешь? В метро спуститься? Достает, а вот я в метро. Где далеко. Собачка. Поможешь пройти этот путь. Еще одна собачка. Че, стреманулись? Тупые шавки. Зачем вы это делаете? Собачки, давайте жить дружно. Конечно, здесь что-то припрятано. Газетка. Мне нравится, что кто-то любезно разбросал для нас здесь эти автоматы. Очень мило с его стороны, кто бы он ни был. Добыча. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Оп! Я прям слышу, что там кто-то ходит. Можно я разбегусь и как следует всажу ему куда-нибудь что-нибудь в череп? По крайней мере, ты увидел свою смерть на прощание. Что-то там ничего не видно. Может, поедем уже куда-нибудь, а? Неожиданно.
Можно мне подкрасться, сказать, мужик? Нет, видимо, нельзя. Че, все, номер, что ли? Серьезно? Че это было-то сейчас? А, у нее этот, горелка, что ли? Судя по всему, нет, но я пройдусь, конечно, по приколу. А мы не можем вообще никак вот так, ну, открыть дверь там, не знаю. Посмотрим, можно ли запустить этот старый состав. Ну, может, дверь открыть? Странно это как-то все. Нет, дверь открыть я не могу. Я, наверное, могу ее дезинтегрировать. Идиотизм. Граната, я по вам скучал. Отлично. Надо бы улучшить свое оружие. Так у меня уже два улучшайзера найдено. Поезд подключен. Найду управление и попробую сдвинуться. Че, прям поедем, что ли? Бласка, ты серьезно? Ой, их тут уже двое. Интерстинг. А у них такие пушечки, я вам хочу сказать. Не детские. Бля, можно я как с тем так попал? Пиу-пиу. Ух ты. Ху-ху-ху. Я так и не понял, он чем стреляет-то, ёпты. Это фаербор? Фаербол прям запускай. Да уж. Прикольно. Так, ну и теперь, по идее, я должен здесь выйти и пойти дальше. Ребят, вам не повезло, они мне пригодятся, конечно, больше, чем вам. Я вам могу только посочувствовать. Та-та-та-та, веселенький Бласковец бежит по вагончику, чтобы поиграть в ту-ту поезд. А, все, что ли? Сука. Сука. Охо-хо-хо, я на месте, дорогая. Забудь про боль. Ты еще жив. Так что шагай. Уильям, ты меня слышишь? Если ты на 5-й авеню, стоит билдинг уже почти рядом. Я понял тебя. Это за стенкой. Можно я его грохну? Пойди, Азя. В жопу тебя. Че здесь столько ребята нет? Еще чей-то дневник я нашел. Я слышу, кажется, беспилотника. Может, меня глючит? Здесь я залезть не могу. Дается мне, он где-то, скорее всего, над нами. Че, я зря сюда пошел, что ли? Блин, вот эта жужжушка прям раздражает меня. Ну да, он где-то над нами.
отрубил ему задницу. Любимый прием. У меня один вопрос. Где ты, чертов? Я вижу их наверху много. Меня интересует человек в каске, который отдает вам здесь приказы. Ну это явно не ты, и не ты, и там у вас дрон. Прикольно. Брони у меня максимум, а он прямо надо мной, судя по всему. Здесь ничего нет. Представляешь? Козёл. Спалил контору. Не надо вот так делать, я тебя умоляю прям. Родных из Нью-Йорка. Хотела туда поехать. Только я и ты. Кто там? Где он? Все? Все, ты угомонился? Где карточка? Где карточка? Куда ты дел, блин, карточку? Не понял, подобрал я или нет. Если что, там кто-то бегает. Поганец, а. Да, теперь загадка для меня останется, поднял я ее или нет. Все из-за того, что этот ублюдок здесь повис. Добраться до State Building. Я так понимаю, сюда нам. Ну что прыгать? Привет, Громила. Проверишь старика на прочность? Вот в жопу. Нет, я не против с тобой потанцевать, ты же знаешь. Где, офицер? Начался хардкорный музончик. Ау, залезай, залезай. Придумай, как подняться на вершину State Building и свяжись с бойцами сопротивления. Ищи лифты, лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Здорово, где? Голос, Аня. Вечное блаженство. Кто здесь? Сам батька. Меня главный офицер убил. Остальное меня не интересует. Главное, чтобы меня за спину никто не обошел. И не грохнул. Ох ты, здорово, мужик. Рад тебя видеть. Ты как? Все, готов, отвоевал свое. Ой-ой-ой. Давай в сторонку.
Ластри, давай сторонку. А то зашибет ведь. А теперь еще немножко, блин, тяжело, конечно, передвигаться с этой хреновиной. Сторонку. Что-то все пригорел, что ли? Ты ж моя маленькая дрянь. Это сейчас кто-то... У меня как будто кишки наружу. Ходячий труп. Бласка, я думал, ты это... Того. Ну, в смысле, так удовлетворен был схваткой, что... не сдержал своих эмоций. Пап, станции, открывай. Какого хера пришел, беложопый? Спокойно. Во-первых, давайте проясним, я не нацист. Ты что сказал? Ты нацист? Нет, 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 я не нацист. Не нацист, ясно? Если ты не беложопая фашистская свинья, значит ты цветной или девиант. Ты явно не цветной, значит под девианта косишь. Похож он на девианта, сестра нет. Грейс? Тихо, тихо. Да, я не девиант, но я... Я так и думал, сраный нацист! Все достали. Ах ты, сука! Еще раз повторяю. Я твою мать не нацист. Эй! А ну поставь суперчудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди, я сыт по горло этой херней. Мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Круг Райзау. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чеку. Черт! Ложись! Ослабься. Это муляж. О, у этой сучки черный юмор. Чувак, так и будешь на мне лежать! Чили тебе подойдет? Папин рецепт. У нас, правда, нет ложек. О, спасибо. А сетка из курятника вам тут зачем? Из курятника? Это моя клетка Фарадея. Сечешь? Чтобы нацисты и пришельцы не смогли найти нас. Меня чуть не убил Уильям, мать его, Бласковец. Черт! Не против? Ты что, была при взрыве? Угу, была. Я выжила и почти не пострадала, потому что была под землей. Вышла, а там реальный ад по Данте. Понимаешь, о чем я? Я помню искалеченных людей, блуждавших в дыму. Помню эхо криков на разбомбленных улицах, как вой призраков. Я помню мать с сыном. Мальчик вслепую шарахался в этом хаосе с вытянутыми руками. И, конечно, звал маму. Но тепловая волна от бомбы расплавила кожу на его руках. И она сползала, как рубашка, которая сильно велика. Тут я увидела его мать. Она пыталась к нему ползти, а у самой уже ниже пояса ничего нет. Просто нет. Вот о чем думать в такой момент? Понимаешь, что теряешь самое дорогое.
О чем бы ты подумал в такой момент, а? У тебя... Черт. Теперь след останется. Они просто звери. Не звери. Люди. Я тебе соболезную, мистер Бласковец. Я мало с Каролайн общалась, но она была крутой теткой. С остальными яйцами. Яйцами. Вот почему, как зайдет речь о чьей-то крутизне, люди сразу вспоминают про яйца. Они же маленькие и хрупкие. Висят себе там обернутые теплым нежным слоем сморщенной кожицы. Слоем сморщенной кожицы. Фу. Да уж, загадка. Да, зато они производят очень чудесный нектар. Да, у меня у самого скоро будет двойня. Милый мальчик. Девочка. О, прости. Да что тут такого? Ты что чудила? Враги, их много, уже на лестнице. Целая армия. Суки, нашли нас. Давай пока мне. Ну что, есть план спасения, мистер Бласковец? Аня, нам срочно нужна эвакуация. Поняла, все, Уильям. Отправляю ХАС-1 и ХАС-2 для срочной эвакуации. Ясно. Веди всех своих на крышу. Я задержу нацистов. Братья и сестры, слушайте! Скорее поднимайтесь на крышу. Мы эвакуируемся. Берите все, что сможете унести. Давайте, бегом! Вперед, вперед! Собирайтесь! Справишься? Сделай так, чтобы люди спаслись. Аллилуйя, братья и сестры. Да, неплохое кино могло бы получиться, я вам так скажу. Ну, сценарий уже написан. Первой и второй части хватит сюда. За глаза. Беложопые фашистские свиньи. Мы всех будем в следующей части. Всем удачи и пока. С вами был Джейсон. Не забываем поставить пальчики вверх.